Многие люди любят домашних животных. Они держат дома собак, кошек и даже маленьких ручных свинок. Но сегодня мы поговорим о чем-то более пестром и экзотическом. Сегодня мы расскажем вам о попугаях. Попугаи делятся на множество разных видов. Самым распространенным среди них являются неразлучники, ара, кокоду, а также карелла. Но, пожалуй, самым распространенным видом будет волнистый попугай. Привет, привет! Кофе хочешь? Пошли чай пить. Кто чай не пьет, тот чему? Да, Кешка, Кеша красавчик. Привет, привет, кофе. Птичка скучает. Моя любимая птичка. В 1840 году британский орнитолог, анималист и исследователь Джон Гульд привез в Англию живых волнистых попугайчиков из Австралии. С тех пор популярность редких для того времени маленьких птичек быстро росла. Вспыхнул настоящий бум. Волнистые попугаи превратились в ценный товар, продавать который пытались все, кто побывал в Австралии. С тех пор волнистых попугаев можно найти в каждом зоомагазине. Неприхотливое содержание и добрый нрав привели к тому, что сейчас в Австралии попугаев меньше, чем во всем остальном мире. И причина отнюдь не в истреблении пернатых, а в их огромной популярности. Попугай, как и всякий питомец, требует ухода, кормления, а иногда и лечения. И чтобы ваша птица прожила долго и радовала своей беззаботной птичьей жизни, ухаживать за ней надо правильно. Если вы задумывались о покупке попугая, то вам стоит знать некоторые факты о них. Возможно, какие-то из них заставят вас передумать. Перед покупкой встанет вопрос, где покупать, на птичьем базаре или в зоомагазине? Конечно, надежнее в зоомагазине, но можно приобрести и у знакомых.
Вот некоторые факты, которые вам необходимо учесть. Попугаи очень общительны и создают много шума. Это не всегда будет удобно для вас. Попугаям необходимо просторное жилище, в котором будет возможность летать. Им просто необходимы ежедневные полеты. Кроме шума, попугаи сильно мусорят. Вокруг их клетки будут перья и шелуха от корма, а в самой клетке нужно убирать каждый день. Как и у других домашних питомцев, содержание попугаев требует определенных затрат, а именно хорошую клетку, игрушки, жердочки, поилки и другие необходимые аксессуары. Это не считая регулярные затраты на корм, витамины, минеральную подкормку, а также является затратным любое лечение. Если вы учли все плюсы и минусы содержания попугаев, то самое время подумать о том, чтобы выбрать место для них. Главным параметром клетки является длина. Клетка должна быть такой, чтобы птица могла расправить крылья, перепорхнуть с жерди на жердь, так, чтобы ничто не стесняло движение. Адаптация может длиться от нескольких дней до 3 недель. В это время желательно подходить к клетке только для того, чтобы поменять воду и насыпать корм. Первую неделю в клетке убираться не нужно, чтобы не беспокоить птицу. Все попугаи приручаются по-разному. Кто-то идет на контакт сразу, кто-то остается диким месяцами. Но как бы то ни было, в этом деле стоит положиться на свою интуицию. И если птица боится вас, то не нужно на нее напирать. Попытайтесь стать для нее другом, и тогда птица станет другом для вас. Попугаи, они как дети. И только вы можете обеспечить им комфортное и безопасное существование. Но лучше послушаем специалистов. Если вы заинтересованы в покупке волнистого попугая, я вас советую купить сразу пару. В возрасте примерно 4-5 месяцев. Они в таком возрасте быстро создают пару, и в скором времени можете ждать потомства. В уходе за волнистыми попугайчиками нужно быть очень внимательным и осторожным. Не нужно из этого делать бизнес. Вы должны стать для птиц другом, и тогда она станет другом для вас. Яркие, веселые и сообразительные создания. Неудивительно, что многие выбирают их в качестве домашних питомцев, ведь они могут скрасить монотонный быт и добавить красок в серые будни.